лох серебристый. Хочу показать вот такие балки здесь. Кажется, херня. Но главное, как спуститься туда. Никак. Слишком круто, только кувырком. И поэтому приходится обходить всю эту херню. Поднялся на верхнее плато Дурман-горы. Медом пахнет прям. Вот это желтый, наверное, цветет фигня. Прям запах такой меда стоит. Ветер дует. Красивая степь, цветущая. Над Волгой. Да. Конечно, жарко. Но я думаю, оно того стоит. Ну да, это, конечно, не низом переться по берегу. Там вообще видов никаких практически. Ну, наверное, еще с воды красиво, где корабль плывет и баржа. Там, да, да, тоже. Знаете, крутые берега. По берегу идти, конечно. Я помню. Ну, даже фотки смотрел. Ну, вот у меня есть на сайте там отчет. С фотографиями. Мало интересно. Здесь такие просторы прям открываются. Хватит сил. Потому что завтра не знаю, что будет завтра. Я смотрю прогнозы, там завтра, послезавтра вообще будет пекло. Сегодня еще более-менее. Хотя уже жарит. Попалось костровище прямо на обрыве. Значит, все-таки кто-то здесь бывает иногда. Со всех сторон красота. Иди только и наслаждайся. Кстати, вот этот вот нижний ярус, вот этот
это обвал вот верхнего. То есть постепенно, как оползень, сползает, а нижний ярус сползает к Волге. Поэтому вот как раз как будто к волнами. Но таких обвалов много вдоль Волги. Просто здесь вот этот вот верхний ярус красивый, считай, плоский весь, можно идти по нему. Стоять с палаткой. Да, вообще маршрут прям такой конкретно туристический можно здесь вот сделать. Чтобы люди знали свои края, красоту, свою природу. Берег стал местами в этих рытвинах, чтобы по ним не нырять. Вышел на колею, здесь колея идет такая заросшая, метров 5 от берега. Вот. Как-то быстрее идет, попроще. Даже задолбался, да, по этим кочкам. Здесь они тем более стали глубже. Пройду немного, потом опять периодически возвращаюсь к обрыву. Еще немного волжских простор. Простор с этой горы открывается. Блин, и вот эти обрывы, я помню, на них ночевал, они казались огромными, ну, по высоте. А сейчас вот стою на этой горе, блин, какая же она высоты, какой же она высоты, эта гора, если вот эти обрывы кажутся какими-то мелкими. Вода здесь только в этой, как это что называется, там, Белогорская, как раз вот там вот, ну, крайняк из Волги, потому что, не знаю, здесь еще воды взять, это дорога, это, наверное, как раз на эту гору, с трассы. Окружающая местность, может, кому пригодится. Рекогностировка, как говорят военные. Тут не видно, конечно, но вот здесь вот, чтобы перейти вот на этот мыс, очень глубокий овраг, крутой. Не знаю, там вообще вниз тропа будет или нет сейчас вот. Торчит алебастрового завода.
часовой. Вопрос вот здесь вот. Смогу ли я спуститься? Ну, если не смогу, тогда придется где-то вот здесь вот входить. Это длинный тоже овраг такой, заросший. Идти низом вообще не стоит. Только верхом. Верхом он весь такой изрезанный. Короче, придется идти не до берега, а немного в отдаление, чтобы не крутить все вот эти зигзаги. Рассчитывать не приходится. Только вверх. Чего-чего, а воды, конечно, в России хватает. Интересно, если плотину спустить, весь каскад вот этот на Волге, как она будет выглядеть, река Сова? Насколько она обмелеет? Наверное, самое глубокое место, смотрю. Вот как-то они идут, вот эти баржи. Этим берегом, ближе к нему. Сколько приблизит. Романтика. Жаль, нельзя устроиться, например, на какой-нибудь корабль, как в старину пришел там юнга типа. Хочу в море. Можно так, наверное, к сомалийским пиратам так устроиться. Короче, что-то я здесь залип прям. Такая красота. Еще березы шелестят. Ветер прохладный такой, ветерок теплый. Ну, как прохладный, но летний. Прям вообще уходить неохота. Отличнейшее место, короче. В общем, от этих берез вот начинается тропа вниз. Она не сильно хоженая, но просматривается. Вот я это понял. Не знаю, вот здесь какие заросли чабреца прям вообще. Просто только стричь, у меня ножниц нету, так чуть-чуть надергал на чай. Как же классно пахнет этот чабрец. У нас, правда, тоже такой растет, вот, но здесь он прям что-то какой-то высокий, прям такой кучный. У нас он в перемешку с травой, вот там сложно выдергивать, в смысле из травы его потом очищать. Вот эта тропа, не знаю насчет того, куда она идет, пойдет ли она вниз. Но вообще на этот утес приезжают фотографироваться местные, саратовские, не знаю, саратовские, саратовские, но вот я видел там фотосессию устроили. Может быть и на гору ходят, поэтому...
может быть, тропа все-таки туда приведет. Спустился в ущелье. Вот. Короче, тропа есть. Она идет там прям одним кулуаром, прям вниз. Вертикально. Вот. Потом идет одна, уходит прямо вот сюда вниз, в ущелье спускается на дно. Другая идет параллельно лесу по краю. Вот я пошел по ней. И так более-менее. А вот, наверное, как раз... А там вот затоплено болото. Поэтому правильно я здесь чуть дальше прошел. Так что выйти можно. Но вверх там лезть, конечно, придется тяжко. Там прям в лоб. Ну, сейчас искупаюсь, не могу, прям хочу. Конечно, да, я понимаю, что потом будет в лом идти, но похер. Хочу хоть. А да, вот тут раз я шел прямо по берегу. Сейчас вот тут такие прижимы, то есть про берег забыть можно. Ну, вот такие здесь прижимы. То есть высокую воду даже думать не стоит. Вот это все обваливается. Какие здесь утесы меловые. Сколько миллионов лет назад то есть сформировались. Здесь плескался доисторический океан. А это все моллюски умершие. Ну или как они там назывались? Древние, блин, организмы. Да, берег этот меняет свои очертания в течение времени. Вода, кстати, прохладная. Скупался, но долго находиться в ней как-то не хочется. В общем, место здесь хорошее. Так-то палатку можно поставить. Рыбаки сюда, наверное, приезжают. И вообще, мне кажется, место популярное. Особенно вот этот утес. Этот или еще дальше, что не помню. По-моему, вот этот вот. Я как раз тогда, когда пешком ходил. О, тут банька, что ли. Веник. Вот. Ночевал как раз вот прямо на этом выступе. Встретил там рыбака на берегу. Сюда с ним дошли. Он за водой поехал, Белогорская, а я уху варил из его рыбы. Как раз вот тут вот, внизу. В общем, вот так вот. Такой он пляжик местный. Но, кстати, из камней, но они не очень такие приятные для хождения по ним. Песок был бы получше, конечно, приятнее. Ну или галька, как на море, такая буреокатная. Лезу вверх. Тропа. А вот как раз Дурман-гора. Я спускался вот по этой тропе. Вот это вот. Там просто сыпуха такая конкретная. Но, по-моему, это все-таки тропа. Тропа туда привела.
Кажется, это овраг. Типа Степан Разин здесь держал этих своих пленных на Уране. Скоро отвалится берег еще, кусок от берега. Здесь обычно проходят фотосессии. Такая безбрежная Волга. Не знаю, утес Степана Разин тут где-то есть. То ли вот этот вот, то ли еще там следующий. Где это, как называется? Труба стоит. В следующем овраге. Не знаю. Да, Волга здесь, конечно, просто широченная. Дорога на Бановку. Такие здесь окружающие пейзажи. Тоже сопки, но с них, наверное, все-таки виды не те. Надо, чтобы они поближе были к Волге. Тогда будет интересно. Или более изрезанные, как вот Даниловский каньон. Степана Разина. Не знаю почему этот утес выбран. Степана Разина. В тот раз я мимо прошел. Я про него даже не знал, вот этот утес. Естественно, кресла вот этого там не было. Тогда 10 лет назад. И дорог сюда не было. Тут как-то было все в диком виде, так сказать. Здесь прям отдыхающих, как грязи. Я оттуда отходил, вот отобрали тюрьму и там. Говорят, что там, все занято, наверное? Я говорю, да нет, вообще никого нет. Да, удивились так. Странно, что вот это не из металла, скорее всего. Странно, что это не сперли и металл не сдали. Я не знаю, на какую жопу здесь, конечно. Великан Степан Разин был, наверное. Вот труба Бастрового завода. Сюда
даже на машине можно съехать. Поэтому здесь и народу много. Там-то в тюрьму только пешком можно спуститься. Да, не все смогут. Краски, конечно, очень яркие, прям такие сочные. Но жара, конечно, тоже. Ай-яй. Это еще не полдень. Часов, наверное, 11, что ли. Казалось бы, идешь вдоль Волги, а спуститься к ней нельзя. Потому что там сплошные обрывы. Конечно. Тяжко по такой жаре ходить с рюкзаком. Сейчас какие-то чуваки ехали в сторону, в нужную, в которой я иду. Остановились, но их там места нет. Я говорю, ладно. Пройдусь. Сейчас иду, думаю, с одной стороны идешь, вот запах трав, вот это все. Дышишь, кайфуешь. В машине, конечно, этого ты не почувствуешь. Там в основном сейчас у всех стали вешать эти вонючки какие-то, кондиционеры, всякая херня, короче. В общем, единения с природой не будет. Но с другой стороны, хочется проехать, чтобы не тащиться по такому пеклу. В общем, не знаю. Шалфей так ярко цветет. Лох еще тоже цветет, поэтому запахов здесь очень много разных и сильных цветочных. Решил подойти к Волге, посмотреть, а может все-таки можно спуститься, но нет. Хотя здесь, конечно, пониже, чем там было. О, коровы. Хрена себе. Значит, где-то спуск есть. Такой здесь меловой обрыв. Ну, точно не в этом ущелье. Хотя... Вон на этом трава идет. Твою спущу все-таки. Столбас идти по этой жаре. Спустился на пляж к коровам. Они, правда, немного в стороне, но там их много, целый стадо, наверное. Коровий пляж. Спуск, конечно, туда-сюда очень такой неприятный сначала. Вот эта меловая сыпуха, я соскользнул там метра два, на жопе проехал. Так что там осторожно вот сюда спускаться. Вот это враг. По крайней мере, сначала-то. Потом уж здесь купаться можно. Яблони растут. Это как у нас в Пензе тоже все сожрал вот этот гусениц, который плетает все. Вот эта хрень. В этом году ее очень много. И когда холодная сырая весна, это ее много плодится. Так что... Ну да, коровьих лепёх здесь много. Я все равно здесь палатку ставить не собираюсь. Сейчас чуть-чуть отдохну и пойду дальше в Белогорск. В
Балтфлот, наверное, БФ танкер. Да. Какая нас с Балтфлота. Как он сюда попал-то? Катиться бы на таком по Волге. Покидаю Коровий пляж. Хорошо здесь было. Но надо идти. Такие куски здесь отваливаются. Этих скал. Коровы уже ушли, наверное, на обед. 3 часа по местному, 2 по нашему, по Москве, по Пензе.